в предыдущих сериях. Я всегда знал, что Бокки врет, и что капитаном он стал только потому, что он лживый кусочек неубранной какашки за диваном. Я не хочу никого никуда приводить! Я хочу мира, папа! Тысячелетиями ведутся сражения за территорию по всей Земле. Мы должны сражаться и побеждать за тех, кто не смог, и добиваться того, чего не добивались наши предки. А как тебя зовут? Симка, а тебя? Меня зовут Докси. Но вот только недавно я виделся с котенком Симкой. И знаете что? Наш великий и прославленный Бокки всем лжет. И котенок его самый настоящий божий одуванчик, который даже бабочку не сможет убить. Оказалось-ка, товарищ, что он один вторгся в собачью территорию и прогнал двух огромных псов, которые успели в драке поранить лапку нашему Симке. Он заметил маленькую мордочку щеночка Докси. Симка почти приблизился, как вдруг он услышал «Стой!» И котенок обернулся. Это был лейтенант Гизмо. «Привет, мой милый друг! Наконец-то!» — скажут некоторые мои зрители, которые писали «Хочу продолжение» в комментариях под роликами «Кошки против собак». Да, и вы дождались, друзья, третьей части. Перед началом хочу поблагодарить всех, кто подписан на канал, ставит лайки и оставляет комментарии. В частности, таким ребятам, как Данил Столяров, Влада Кандаурова и Макс Тигр. Ваша активность помогает мне, и именно для вас я стараюсь придумывать новые сказки. А если вдруг ты включил видео и при этом не смотрел первые две части «Кошки против собак», то бегом по всплывающей подсказке. Будь в курсе событий противостояния, и я обещаю, что будет интересно. Ну а мы начинаем. Симка почти подошел к тому месту, где сидел Докси, как вдруг он услышал «Стой!». Котенок обернулся и увидел лейтенанта Гизмо, который явно был чем-то недоволен. Симка посмотрел в сторону щенка, но тот, к счастью, успел скрыться в листьях кустарника. «Куда так спешишь?» «Я просто гуляю». «Гуляешь, значит? Скажи мне, Симка, где ты вчера был?» «Фух, кажется, он не заметил щенка». Подумал Симка и, подойдя ближе к Гизму, сказал. А вы никому не скажете?» «Ну, конечно, не скажу. Мы же друзья. Рассказывай давай». «Я убежал на собачью территорию». «А зачем ты туда убежал?» «Ну, папа мой, ну, в общем, я просто убежал туда». Ответил Симка, не желая говорить, что его поругал отец. И он от горести сбежал из дома. «Просто так взял и убежал?» «Ага». «Так, предположим, а ты там виделся с собаками?» «Да, это были два суперогромных пса, которые чихали и смеялись почему-то». «Смеялись?» «Да». «Так ты их прогнал оттуда?» «Нет, они сами ушли». «Как ушли?» «Ну, я спрятался в кустах, они меня не заметили и ушли». «Спрятался, значит. А лапку ты как поранил?» «Я упал, когда бежал». «Этот Бокки, лживый и засохший кусочек какашки, прилипший к хвосту, опять всех обманул! Как же я их всех ненавижу! Я готов просто залезть на шторы и опрокинуть все и вся на свете на пол от злости!» — подумал кот Гизмо, ерзая от гнева. «Только вы никому не говорите. Папа думает, что я их сам прогнал. А я вообще не хочу, чтобы была война с собаками. Я хочу мира, чтобы можно было с ними спокойно разговаривать, спрашивать, как дела. И не драться непонятно за что. А папа говорит, что я должен с ними сражаться из-за какого-то там пророчества. Но он меня не хочет даже слушать». У Гизмо в голове родилась такая злодейская идея, что он аж как-то неестественно улыбнулся от коварства своего плана. «Знаешь, Симка, ты прав. Мы должны с собаками подружиться. Вот только никто из взрослых котов не может им сказать, что мы не хотим воевать с ними. Правда, им можно сказать об этом, пользуясь специальным законом собак, но тебе это не будет интересно». «Какой закон?» «О, нет, я не могу тебе сказать об этом». «Ну, пожалуйста, лейтенант Гизмо, расскажите». «Ну, ты потом всем расскажешь и предашь меня тем самым». «Не расскажу, обещаю». «Ладно, хорошо. Есть один специальный закон у собак, который
который приняли еще очень давно. И если его нарушишь, то дворнягу могли наказать свои же псы, поэтому его никто никогда не нарушал. Огласить закон о том, что ни в коем случае категорически нельзя обижать маленьких котят. Понимаешь, взрослый кот – это воин, а вот котенок – это для них мирный житель. Поэтому войну можно было бы остановить, если бы какой-нибудь котенок проник на собачью территорию и зашел в главный штаб собачьего отряда. И подойдя прямо к генералу, сказал бы, что коты хотят мира. Тогда бы война сразу прекратилась, и всем было бы хорошо от этого. Правда? А почему этого раньше никто не сделал? Потому что не было еще таких милых котят, как ты, которые бы хотели остановить войну. А ты идеально подходишь для этого. Симка же сразу воодушевился этой идеей. Ведь, во-первых, собаки его не тронут из-за этого закона. А во-вторых, он сможет закончить войну между кошками и собаками. Ведь как раз он этого и хотел. Но он еще не понимал, что коварный кот Гизмо его нагло обманул. И, уходя, улыбаясь, сказал: «Пс, только никому». Когда кот Гизмо ушел, котенок убедился, что никого нет рядом, и осторожно приблизился к кусту, где был щенок. Но обойдя все вокруг, он так и не нашел Докси. И Симка подумал, что нужно сразу идти к генеральному штабу собак и сообщить генералу дворняк о том, что коты и кошки хотят мира, а там как раз он и найдет этого щеночка. И он пошел. Дома Бокки и Соня решили немного отдохнуть от последних событий. Когда тебя я встретила, забыла все на свете. Взлететь хотела, крыльев нет, настолько вкусный был обед. О, Вискас, ты мой райский сон, тобою словно окрылён. Хотела быть с тобою я, но ты моя еда. Капитан Бокки! Как ты посмел еще войти в мой дом, подлец? К черту эти недопонимания! Твой сын Симка, он решил войти на территорию собак! Что? Да не просто войти, он направился в штаб генерала Гавса и хочет с ним сразиться! Бокки, они его разорвут! Быстро собирай отряд, мы идем за ним! Нет времени, капитан Бокки, собирать отряд! Он уже почти там, бежим втроем! Бокки, Сорни и Гизмо в эту же секунду выбежали из дома и ринулись в сторону собачьей территории! Бокки бежал быстрее всех, Соня еле успевала, а лейтенант Гизмо намеренно бежал медленнее. А когда они уже были во вражеской зоне, Гизмо и вовсе остановился и пошел медленно пешочком. Симка был насторожен. Он все же зашел на собачью территорию и не мог понять, куда ему идти и где этот штаб генерала собак находится. Как ни странно, на улице даже ни одного песика нет, чтобы спросить. Хоть Симка искренне и верил в то, что ему сказал Гизмо, он все же боялся встречи с собакой, и котенок прокручивал в голове слова, которые он хотел сказать. Так, здравствуйте, уважаемые дворняги. Нет, не так. Надо как-то официально. Здравствуйте, уважаемые собаки. Я котенок Симка. Хочу вам сказать, что коты... Симка! Симка! Вдруг услышал котенок и обернулся. Это был щенок Докси, который как мог быстро бежал к нему. Ты что тут делаешь? Я иду к генералу собак. Ты что, с ума сошел? Я? Нет. Я им хочу сказать о том, что коты хотят закончить войну. Что за бред ты несешь? Бежим в укрытие, быстрее! Щенок схватил своими зубками за шкирку котенка и оттащил его в ближайшие кусты. Зачем ты кусаешься? Я тебе жизнь спасаю, глупый. С какой будки ты упал, что решил зайти к генералу и сказать ему про мир? Но есть же закон собак. Что? Какой закон? Мой папа тебя не пощадит. А кто твой папа? Мой папа, генерал Гавс, самый главный пес в нашем регионе. Он ненавидит кошек да мурашек, и тебя он снесет, как только увидит.
Но его потом накажут другие собаки, согласно закону собак. Ты что, нету такого закона вообще? Как нету? Ну нету его и все. Тебе еще повезло, что сегодня у собак военное собрание, и все они там. Хотя у нас мало времени. Собрание уже должно было закончиться. Вдруг в глаза Симки бросились две кошки, бежавшие прямо по дороге, словно угорелые. Мама? Папа? Твои родители Боки и Соня? Успел спросить щенок, но Симка выбежал из кустов на дорогу и крикнул: «Папа!» Боки и Соня, увидев сына, сразу же сиганули к нему. «Симка, ты в своем уме?» «О чем ты только думал?» Докси, сидевший в кустах, видел это и прекрасно понимал, что выходить сейчас ему точно нельзя. Он знал, кто такие Боки и Соня, и как раз таки больше всего щенок боялся их. «Пап, я...» Хотел сказать котенок папе, что кот Гизму ему сказал прийти туда, но он не стал этого говорить, ведь обещал Симка, что никому не скажет об этом. Хотя чувствовал он себя подавленным, ведь его план полностью провалился. «Пап, я хотел сразиться с собакой!» Соврал котенок, не придумавший себе оправдания. «Быстро домой!» Сказал Боки и вдруг услышал лай собак, которые в конце улицы резво бежали к ним. «Соня, быстро отведи Симку домой, а мы с Гизмо... А кстати, где он?» «Боки!» «Быстро, я сказал, бегите! Я один управлюсь!» «Папа, бежим, сыночек!» Соня схватила Симку и побежала, что был сил, в сторону дома. А Боки храбро стоял на месте и прищуренным взглядом хищника смотрел на разъяренных собак, бежавших к нему навстречу. Ну а по старой традиции, продолжение этой сказки выйдет в следующий раз. Напишите в комментариях, как вам третья часть «Кошки против собак», потому что, как по мне, она набирает обороты и становится более захватывающей. Понравилась ли вам сказка? И да, не забудьте написать в комментариях «Хочу продолжение», но перед этим необходимо поставить лайк этому ролику и быть подписанным на канал. Пожалуйста, друзья, помогите распространить эту сказку. Поделитесь ею через WhatsApp и другие приложения со своими друзьями. Если ты это сделаешь, то ролики будут выходить гораздо чаще. И я не шучу. Ведь как тут можно шутить, когда мой грустный котенок видит, что ты не поставил лайк? Прощание – сказочный этюд, но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют в твоей душе, мой милый друг.